Проблема владимирцев, едущих со стороны Доброго, увеличилась. Ремонт дороги на площади Фрунзе продолжается, а вот на улице Мира, единственной, по которой можно было из Доброго в объезд добраться до центра, только начинается. Достаточно объемный участок, там около 5000 квадратных метров. Стоимость контракта 3,5 миллиона рублей. Делает владимирское предприятие, владимирский подрядчик. Ну, что называется, поэтому ситуация у нас на контроле. В отличие от иногородних, этот никуда не исчезнет. Контракт был подписан 19 сентября. На работы подрядчику отводится не более 2 недель. Так что к началу октября на Мира стоит ждать открытия дороги. Главное, чтобы погода не подвела. Городская администрация запрещает подрядчикам укладывать асфальт в дождь. Невозможно делать что-то раньше, что-то позже. Таковы просто условия, которые нам диктуют проектировщики. Объекты очень сложные, они большие, та же площадь Фрунзе. Мы понимаем, насколько неудобно сейчас по ней передвигаться. Мы заранее приносили там извинения перед уважаемыми автолюбителями, автомобилистами, но варианта другого нет. Потому что Владимир — это город, по большому счету, двух дорог.